Но не по праведному послеже с тобой вам. И я, человек, подобно страстенном, и молитвою помолился, да не будет дождь. И не дожди по земле лето три и месяц шесть. И баги помолился, и небо дождь дадем, и земля про себе под собой. Братья, пойдет, кто вас забудет о пути истинный и обратит по небу. Да весть, я обратил. Все россияне дружно, единогласно говорят «Да, второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева!» «Да, сам прогрессивный передовому курсу Дмитрия Анатольевича Медведева, он шефует партии «Единая Россия!» «Ура! Триумф! Победа!» Да, конечно. Да, это что? Да, все равно сейчас дома будем в кафе наряжать. Так чего нам зачем? Понятно, понятно. Я, шары, я просто взял не. Я могу ехать, могу давать дверь под шары. Доченька, счастья тебе, любви, благополучия. Чтобы Господь всегда был с тобой, с твоим супругом, семьей твоей. Не подни. Давай. Давай. Все. На. А, ну да, 2010. Хорошо, Шара, где мы находимся? Метро Баунская. Как мы пересеклись? Созвонились. Да. Короче, Стелла едет на работу, а я продолжаю работать здесь, на данный. Не надо мне говорить, я продолжаю здесь. Это такая у меня работа. Слушай, ты сюда еще приехал, здесь еще Машка живет со своей. Да. Собак не хочу. Да. Короче, у нас предстоит много хороших моментов. Я вот с девушкой сегодня познакомлю. Уважаемый Медведев Путин. Христосе Богородице, великую святую России, Медведева Дмитрия Анатольевича, Владимира Владимировича Путина, партии «Единой России». Поздравляю! Все высшие награды 32-го международного фестиваля Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимиру Екатерине Владимировичу Путину. И фестивале славы и честь России вам, самым красивым мужественным людям на планете, главным героям России и планеты, самым главным человеку 2010-2011 эпохи Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Александре, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, вам главным героем России всей планеты. Поздравляем вас, мы творческой группы Нестеров Метлицкий. Голосуем вместе со всеми участниками 32-го московского фестиваля Никита Сергеевича Михалкова, Скорпажова Быстрицкой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, партия «Единая Россия». Медведева, Владимир Путин, 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 Владимир Пут
Здесь есть. Ваше мнение о фестивале? Все россияне дружно и единогласно говорят «Да» второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. «Да» самому прогрессивному передовому курсу Дмитрия Анатольевича Медведева на Чепуйну партии «Единая Россия». Ура! Триумф! Победа! Держать надо, да? Да. Все россияне дружно и единогласно говорят «Да» второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. «Да» самому прогрессивному передовому курсу Дмитрия Анатольевича Медведева на Чепуйну партии «Единая Россия». Ура! Триумф! Победа! Поздравляем с праздниками. Мы не очень близко выиграли за второй президентский срок. Мы не очень близко выиграли за второй президентский срок. Дмитрий Анатольевич Медведев. На тысячу корпус был не побежал, а потом мы хотели самый лучший режим. Дмитрий Анатольевич. Здесь мы на... Сияне дружно и единогласно говорят «Да» второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. «Да» самому прогрессивному передовому курсу Дмитрия Анатольевича Медведева на Чепуйну партии «Единая Россия». Ура! Господин Халилов, поздравляем вас, поздравляем вас с праздниками, вторым президентским сроком Медведева. Только поздравьте Медведева с высшими наградами и вас, лауреатов фестиваля «Слава и честь России». Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое, восхищаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Можно потрогать руками.